Сегодня первая звезда в гостях у нашей передачи Мэтхен. Мэтхен, это Сиси Кэтч. Привет, привет. Ну, я, конечно, сразу ошибаюсь, называя тебя Кара, но это не совсем правильно, так ведь? В общем, это так, потому что Сиси — это сокращение от моих имен Каролина, Катарина. Ну а в детстве меня просто начал кто-то звать Кара, так что Сиси тоже правильно. Хорошо, тогда я тоже буду продолжать звать тебя Сиси. Ты прибыла сюда, в Гамбург, для переговоров со звукозаписывающей фирмой, и у тебя, к тому же, было и телевизионное выступление в Оффенбурге. Но, в принципе, живешь ты в Лондоне. И как это, когда переезжаешь из Германии в Лондон? Там все по-другому. Да, это было достаточно тяжело, тем более, что это первый раз, когда я так далеко уехал от родителей. Но просто за границей гораздо больше возможностей. Но ведь этот переезд не означает, что ты совсем туда перебираешься. Нет, ты ведь не в Германии родилась, ты же голландка, так ведь? И выросла там. Да, выросла я там. Я ведь до 14 лет жила в Мюнде, а потом мы перебрались в Германию. И там я и начала мою карьеру. И именно там ты и начала петь. Именно. А твои родители, они тебя хотя бы немного в этом поддерживали? Мои родители всегда меня поддерживали, и это было для меня крайне важно. Ты переехала в Лондон, потому что порвала здесь совсем в Германии. Из-за того, что сотрудничество с Дитером Боленом закончилось не совсем весело. Лондон и новый менеджер, он у тебя есть? Да, конечно. Я переехала в Лондон, потому что хотела там сотрудничать с другими людьми и самой заниматься продюсированием. Мой новый альбом был спродюсирован целиком в Лондоне, а некоторые песни на диске были написаны мной. А раньше ведь было не так. Да, раньше все было не так. Я раньше никогда не работала над текстами, не продюсировала ничего сама. Я просто предоставляла мой голос для песен. И это была одна из причин, почему ты хотела измениться. Да, но еще больше потому, что я хотела вносить и свои собственные идеи, музыку и, в общем, собственную личность. А потом были сделаны первые фото для обложки, и мой парикмахер Кейт Харрис присутствовал при съемках и участвовал в создании прически, которую он и предложил. И мне его идея изменить свой стиль подобным образом показалась очень классной. У меня ведь и до этого были темные волосы, и это мой натуральный цвет. Многие считают, что сейчас они покрашены. Это раньше меня постоянно красили в светлые тона. Твой новый сингл, он же и в Англии имеет успех. Ну, вообще-то не Big Time, а другой сингл гораздо лучше идет, к счастью. А у нас тут Big Time супер популярен. Да, и меня это очень радует. И вот мы и оказались в гостиничном номере Каролины, чтобы посмотреть, что же скрывает ее чемодан. Так как во время своих выступлений она много танцует, как вы только что смогли убедиться, но она одевает специально сшитые по заказу вещи, которые способны выдержать самые резкие движения. Сшита на заказ, например, была вот эта коротенькая бархатная куртка с золотистой и жемчужной вышивкой. А эта блузка была создана в Германии, и она ей очень нравится, особенно из-за сочетания цвета и материала. А к своим вещам она обычно добавляет черные эластичные брюки, которые носят название леггинсы. И есть, конечно, самая любимая вещь. Это уже что-то потеплее. Эту жакетку я ношу уже давно. И купил я ее в Париже. Особенно мне нравится ее цвет, такой черный с синим отливом. Разумеется, это не настоящий мех. Настоящий мех я лично терпеть не могу. Считаю неправильным его носить. Я считаю, что это очень здорово, что ты это демонстрируешь, ведь искусственный мех, он ведь такой же теплый. Надеюсь, все знают, как я люблю животных, так что для меня их защита – это крайне важное дело. А ты помнишь, когда тебе было 14, 15, 16 лет, как сейчас твоим слушателям, ты носила вещи, которые тебе выбирали родители, или ты сама себе их выбирала?
Я сама себе выбирала вещи, и это было для меня крайне важно. И уже в 16 лет я выступала на сцене, и сама себе выбирала вещи для сцены. Мне всегда было важно самой принимать решения в отношении одежды. И, конечно, в нашей передаче опять будет викторина, и мы решили, что первый вопрос задаст Каролина. И думаю, сейчас разговор зайдет вот об этой вещице. Это мой талисман, который сопровождает меня в чемодане во всех поездках. 2 года назад мне его подарил один поклонник, прислал его по почте, попросив меня принять его в качестве талисмана, который приносит удачу. Но это не мое любимое животное, но если вы позвоните на передачу, может быть, он станет вашим. You never said when, you knew in your heart that you